Дорогие читательницы, слушательницы и зрительницы, я вас поздравляю с прекрасным праздником 8 марта. Желаю вам любви ваших мужчин, настоящего женского счастья, блеска в глазах и всегда оставаться нашими самыми любимыми, красивыми, прекрасными и вдохновляющими на свете. Искренне ваш Константин Крюков. Всегда с вами. Смотрите нас, слушайте нас и читайте нас.